Сложно тут сказать, понимаете, в чем дело. С духовной точки зрения, человек, ну, в смысле, человек это материальное и духовное в одном целом. С материальной точки зрения это, конечно же, нужно. А с духовной точки зрения, человеку, духу надо попасть поскорее туда. Поэтому тут ему задерживаться особо не надо на земле на этой. Поэтому здесь в силу развития нашего с вами сознания, насколько оно у вас больше развито, либо духовно, либо материально. Вот так вот здесь нужно и комментировать. Если человек ближе к Богу, то кому это не надо. А если человек ближе, там, не знаю, к каким-то мирским проблемам и о Боге совершенно не думает, то ему, наверное, лучше дольше пожить. Вот, скажем так, утолить свою страсть душевную. Но в любом случае, прогресс, он полезен. Во-первых, это для социального общества. Это развитие, это рабочие места, это деньги, это врачи эти учатся, там, значит, все это дело там, значит, там исследуют. Мне кажется, что, опять же, как вот в первом вопросе, все зависит от точки зрения. Например, мне приятно ездить на комфортабельном автомобиле, нежели чем в какой-нибудь, не знаю, карете 100 лет назад, запряженной лошадями. Это же тоже плоды прогресса. И ну, все мы в молодости, не знаю, со временем, конечно, проходит, все мы в молодости хотели вечно жить. В детстве, в юности. И я очень следил, кстати говоря, за проблемой, связанной с теломерой, которая отвечает за старение, вещество, которое отвечает в клетке за ее старение. И мне даже там нравились какие-то исследования. Я знаю, что многие люди, миллиардеры, вкладывают в это большие деньги для того, чтобы все это развивалось. Несложно комментировать, потому что у меня абсолютно другая точка зрения. Она поменялась в отношении там, меня же самого за последние 10 лет кардинально. Вот, поэтому здесь у меня небольшой в голове сумбур, все зависит от человека, кто как хочет жить, кто как любит. Поэтому здесь некоторые люди в монастыри уходят, понимаете? Совершенно другие ценности. А некоторые люди уходят, не знаю, на войну за деньги. Тоже другие ценности. Как тут можно ответить на этот вопрос?